На татами остались сильнейшие. Финальная часть первенства Дальнего Востока вот-вот завершится. И уже по ее результатам будет сформирована сборная Дальнего Востока. А там недалеко и до первой команды страны. Однако, чтобы попасть в стан лучших, нужно побеждать здесь и сейчас. Тем более, что бурятские дзюдоисты давненько не примеряли форму сборной России. 6-7 лет назад у нас в сборной команде присутствовало 4 спортсменов. В настоящее время у нас нету в сборной команде страны. Но сейчас очень хорошая группа собирается у нас спортсменов, тренеров молодых, амбициозных. В первом бою сошли спортсмены из Якутии и Бурятии. Поддержка одноклубников в такой ситуации может быть как никогда, кстати. Когда на одной ноге вот так стоит, ты ручками дернет. До конца делайте, прыгай. И вот долгожданная победа. В принципе, сложностей не было никаких. Готовился к этому довольно долго. Я выступал за Приволжский федеральный округ. То есть в юношах, в юниорах до 23 лет. Это мой последний год до 23 лет. И вот здесь я стал первым на этом округе. Планирую также выступить на России. В следующей схватке якутский юниор все-таки забрал командный реванш. Спортсмены уже противостояли друг другу два раза. Третий, заключительный, должен был расставить все точки над «и». Ну, я уже знал, что он будет делать. Он хороший парень. Физика у него сильная, чувствительный он очень. И вот на него больше всех я настраивался. Вот именно финальная встреча. Я так и ожидал, что он в финал выйдет, и вот на него особенно настраивался. И все, вот финальная схватка прошла вот по твоему сценарию или все-таки где-то пришлось что-то изобретать? В точности, как и хотел. В точности, как и хотел. Да, я вот знал, что левую руку надо отключать. Залог победы не только сила, но и смекалка. Как шутят сами спортсмены, если бы дзюдо было легким, его бы называли футболом. Ну а дальше у ребят сборы и чемпионат России, по итогам которых и будет произведен отбор в национальную сборную, где, кстати, у бурятских спортсменов есть неплохие шансы закрепиться. Борис Цыдыпов, Алексей Жилин. Новости дня.